получается. Ну ладно. Непонятно. Так, все на месте. Звук должен работать. Кавасаки работает. Запись идет? Идет. Поехали. Почему у меня что-то камера? Вчера вечером вот эту беду вставлял на зарядку. И сейчас какого-то фигли-мигли. И она не хочет нифига включаться. Что за проблема? Обидно. Вот хорошо? Хорошо, что есть камеры-то две, а не одна. То есть, так, может все-таки я не тот аккумулятор стоял, не знаю. Две камеры, четыре одинаковых аккумулятора. Но поскольку я вижу эту всю песню, не такие уж они одинаковые. И как-то так. Теперь получается, эта зараза стояла на зарядке. Но что-то вообще она никак. Я теперь ее здесь ставил на USB еще раз. Дубль номер два. Может, сейчас она получит чуть-чуть электричество, и это все пойдет. Блин, спереди едет вон дентованный такой человечек, проживающий в Польше, и воняет от него прям, ну, нереально. Он, скорее всего, едет какой-нибудь на отработке масла или на солярке паленой, бодяженной, я не знаю. Нормальный дизельный машин так не воняет. И прям за ним ехать прям невозможно. Фуй. Фух, блин. Вот запах костра в 300 раз лучше. Запах вот костра, нормального костра, мангала. В 300 раз это прям писец. Это реально, как будто он... Старое масло вот эту отработку заливает, и писец. Человек. А, вот он уже здесь. Проехал уже. Ты, блин, быстрее, чем интернет у меня работает. О, я думал, жена моя. У меня жены такая машина. Я ж, ну... Фу, я ж эти мурашки по коже, блин. Жопа. Да ему на свадьбу еще чуть-чуть. Я так заехал быстренько между делом. И туда. На жену быстренько с утра. Все, позавтракали. Давай, говорю, я этот... Не знаю, завтра, видишь, мне на ЛКВ надо. За баранку. Так что... Вот это вот я смотрю, видишь? Что? Валить отсюда. Согласен. А как ты так вот это вот сделал? Я, когда увидел, я своим глазам не поверил. Заметил? У меня же несколько. Это специально, когда мне кто-нибудь ищет, я мимо проезжаю. Это же 500 R, да? Это 500-ка, правильно? Ну, блин, шарит. Ну. Это... Мало кто знает, что такое 500-ка. У меня крепления запасные еще новые лежат. Это я купил специально, оригинальный визир выкинул в мусор. Он белый такой, начал сыпаться. Купил вот этот Англии Рейсинг. Потому что, когда вот тот последний раз мы ездили, белый, там у меня же очки, знаешь, вылазят. И они так близко к глазам, начинаешь дышать, все это потеет. А это ты одеваешь, все далеко вроде видно, ну и чтобы мои бесстыжие глаза не было видно. Ну, если что, сейчас это работает. Если что-нибудь, я потом тебе вырежу, если хочешь. Я вставил, короче, запись чуть-чуть, надо позаписывать. Взял вторую. Сейчас начал записывать, но надо было мне пацана тоже записать. Включаю, не работает. Говорю, хорошо, что я две с собой взял. Хотя бы одна дышит, короче. В том-то весь и прикол. Я ее вчера поставил на зарядку, она заряжалась. И это, и та.
Ну почему-то новая отказалась вообще. Она даже не включается. Я не знаю почему. Это не GoPro, да? На, это дешевый вариант. Так GoPro надо. Я посмотрел, чуваков по 500 евро дают. Зачем, я не понимаю. Не себе бери XT3000. Ну да, когда-нибудь. Когда-нибудь. Но. Не, я тебе, смотри. О, давай. Это стоит 30 рублей. По записи, по качеству. Она то же самое, что... Она пишет, что та, это уже ультра плюс 4К. Это только 4К. Это 60 FPS или как она? Так она и здесь тоже есть. Да? Да, здесь она еще круче. Здесь уже, может, и slow motion всякую фигню делать, да? Молодец. Там у нее функции, блин, как за 600 евро GoPro стоит. Реально, у меня вот эти все крепления, вот это все. Все у тебя за 30 евро берешь, у тебя все есть. А GoPro ты берешь ее за 500 и началось. Каждый винтик, шпунтик надо покупать. Да. И пока ты купишь, у тебя уже 700. Из-за этого я, короче, купил. Это первая была, и потом началось. Петличку, вот микрофон стоит, он стоил 11 евро. Получается, у меня микрофон с камерой все вместе 44. Да, если я это все записывал, на YouTube нарезал все, ну, никто не докажет. То есть, ты даже не увидишь разницы, в принципе. Просто, единственное, вот это палево, вот это вот, она, видишь, директ не идет. Мне надо всегда писать отдельно на смартфон, я звук пишу. И здесь я, качество этот... Нормально, на качество не влияет. Ну, поехали отсюда подальше. Так, вот это вот, конечно, вот это вот беда. Ну-ка, видно мне там? Вон, там, вон. Ну, сейчас сразу сторону вон додернем, да? Вон. Это вообще не очень. Че, поедешь человек-то? Хочу, Олег, бросить, хочу. Так ты делай, как я. Я взял просто, вот, бросил и не курю. Крутился Андрюха, когда бэховский купил, такой, о, классно, у него там 3D, все дела. Он мне сказал цену, такой, не. Потом поехал к лакирщику, короче, да, и говорю, потом же его, думаю, может перекрасить. Потом, когда начал смотреть, сколько это всего разбирать, что-то мне тоже перепало настроение, говорю, ладно. Говорю, давай, наверное, зимой, он говорит, да-да. Которые так занимаются этим, они все на зиму разбирают, типа, да, все равно там тачка стоит. Я так и подумал, думаю, ладно, зимой сделаю. Ну ничего, сейчас вот проехал пару минут, я с дома выехал. Да, это матовое сделал, да? Вот это часть. Матовое сделал? Да я думал уже, да. Она, и блин, солнце когда сильно парит, в глаза долбит. Да? Да. Ты-то не видишь, у тебя она матовая. Да. Из-за этого ты, когда едешь, я хотел, знаешь, что сделать? Сейчас тебе покажу. Вот эти вот, видишь, вот эти вот штучки, вот эти. Ну-ну. Но! Потом передумал, когда ты вот так сидишь, ты едешь, тачка перед тобой начинает тормозить, ты смотришь на спидометр, и вот здесь егошний бремс-лихте. Говорю, о, круто, оставлю. Серьезно, не надо ничего мутить, короче, да? Ну вот это вот, если вот то, что я долбанул, что подумаю. У меня вообще идея была изначально вот здесь вот так вот взять, вот так вот обклеить. Это именно только вот это ребро матовое. Вот этот верх. Видишь, а вот этот бок оставить. А теперь я его здесь на краю так сделал. Ты когда ты будешь клеить, тебе придется обрезать. Когда ты будешь обрезать, ты здесь полностью оставишь. Да, канты вот это так будет. Он не сделает. Ну. И ты, нет, в том-то все и дело. Это тогда надо мне полностью снимать, это все равно будет лакирщик какой-нибудь делать. Но дело в том, что ее надо будет полностью все покрывать, чтобы вот этот кант не был вот этот, да? Иначе она будет такая острая, да, здесь? Здесь она гладенькая такая. Ну, если ты наклейку, ты так не вырежешь, да? Не-не-не. Будешь клеить и обрезать. Не, ну я знаю... Обрезать ты надо... Чувака мотал бы на фолии, который фолии обтягивает. Но это тоже такая вот этот... Потому что у него здесь один брух, и здесь еще раз, да? Когда матовая вроде, я на руки смотрел черный, так вроде не в глаза не бросается. А здесь именно, что вот цвет перепадает. Вот это там мне нравится, в принципе. Особенно, когда чистый. Я взял только тряпочку, где-то вот. А, глушители так чуть-чуть протер, чтобы они блестели. А так вот, как вот мы ездили в Дюссельдорфе, вот. Все пятна на стекле, все осталось. То видно. Но зато мы вон туда-сюда съездили. Я говорю, я домой приехал на спидометре 460. Я это самое много, что вот я проехал. Именно с таким вот, да. Так-то я ездил 600 километров. А именно, что вот за день опять домой вернуться 460. Это прям... Последние разы мы делали 360. Было, да, вот так вот. Выезжали 360, это дома, да. Когда я рекорд поставил, бак спалил за 360. А сейчас-то видишь... Сейчас получается, я перед Дюссельдорфом, мы ездили там, здесь, и пришлось из-за этого чуть больше. Я домой приехал, опять бак заправил. Думаю, ну нафиг.
Это не спокойно, только это вещь. Кстати, вот, я как раз смотрел, что красный, если честно. Вчера насмотрел, на свежий вообще красная пуша. Я же красный есть. Можешь ехать без проблем. Куда поедем? Ну, а? Через Варбург поедем. Как хочешь. Мы и так уже ездили. То есть мне без разницы, едь вперед, я посмотрю сейчас, да, что я же... Видишь, а вы, Андрюха, меня вперед отправляет? Ну почему я тебя позаписываю, могу цвишендурить? Ярко этот. Он меня вперед отправлял из-за глушителя, да? Вот у меня голова болит из-за его, б***ь. Он откроет кляпу, все. Это хотя бы вон, стандарт. О, упала. Пока стандарт. Все-таки менять будешь? Все-таки менять будешь? Да, говорит, буду менять. Посмотрим. А ты на нем на дальняк съезди пару раз. Может, не будешь менять? Дальняк решает все. Вот эти FF. Вот этот вот, 1300. Видишь, кардан стоит. Ему без разницы, там дождь, не дождь. Ничего себе. Ну что, нормально? Ну? Телефон нормально? Да. Ну я сам делал. Я пару видел такие с магнитом, такие, знаешь, делают. Но что-то я не доверяю. Боюсь, что улетит. О! Быстро, да? Я такой только в Бильфельде в кино видел. Выпили по пивку, поставил, в драку, фу, нету. Там у каждого свой пятак. Так, ну что, двигаемся. Двигаемся. Где нормальные повороты, нормальная местность, тусовки. Что-то мне эти тучи вообще никак не нравятся. Так, ну вот, человек тоже спереди на Z1000SX Max. Max. Байк выглядит чуть-чуть поярче, чем мой. Но это только временно. Когда возьму такие же наклейки, тоже так будет ярко. Неоново-желто. Прям будет за километр видно. В Германии очень важно, чтобы тебя видели сдалека. То есть большинство аварий происходит, потому что перед носом выезжают трактористы с прицепом, люди на легковом автомобиле, которые не могут адекватно оценить ситуацию, не могут адекватно разобраться, что к чему, выезжают тебя перед носом. То есть, ну, не могут рассчитывать скорость того или иного транспорта, движущегося сбоку, там, да, справа-слева, и они... Они у тебя перед носом выезжают, такие думают, ну чё, вперед, такие бах-бах, и вот мы встречаемся, да, то есть вообще неприятная ситуация, уже вчера только вспоминал, сколько уже парней ушло, и, к сожалению, все это было не по их вине, ну, то есть были случаи, когда они реально там нарушали люди, но... В большинстве случаев это было не так, то есть большинство...
Я знаю много случаев, в которых именно водитель автомобиля был виноват. Неприятно, больно.